В Самаре продолжается подготовка к параду памяти. Он пройдет 7 ноября на площади Куйбышева. Напомним, парад посвящен шествию, которое проходило в этот день в 1941 году одновременно в трех городах – Москве, Воронеже и Куйбышеве, который к тому моменту уже стал запасной столицей. Парад в городе на Волге, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. Он был самым многочисленным и продолжительным. Прямо с парада советские войска уходили на фронт. В 2011 году в Самаре возродили традицию проводить шествие. В этом году парад памяти пройдет в 14-й раз. В преддверии парада также проходят патриотические мероприятия. 5-го, чуть раньше, у нас состоится замечательная всероссийская премьера в окружном доме офицеров спектакля Олеси Шигиной. Это кинодокументалист, это президент кино на службе Отечества, кинофестиваля. Человек, которая сама, как мама многодетная, старшего сына, старший сын ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Она дополнительно создала по историям семей участников СВО создала спектакль. И этот спектакль вот только в сентябре прошел в Театре Советской Армии, Российской Армии в Москве и приезжает к нам. Так что в рамках парада у нас состоится эта замечательная большая премьера. А вечером 7 числа у нас пройдет торжественный концерт в Театре оперы и балета нашего Центрального военного оркестра Министерства обороны.